Всем привет, любители ароматного табака. Сегодня расскажу вам о сигарилах Portagas, или Portagas, кому как больше нравится, серии Club. Черные. Есть еще, насколько я знаю, других цветов. Сигарилы, как вы поняли из названия, производятся из кубинского табака. Знаменитая кубинская фабрика Portagas. Знаменитая сигара. Красиво оформлена упаковка. Единственное, что картон как-то. Все это в кармане превратится просто в муку. Но если на столе хранить, то в принципе нормально. Хотя, конечно, тут никакой герметичности не будет, поэтому это все равно история должна в химидоре лежать, потому что это вещь близкая к сигарам и любит влажность. То есть, если она высохнет, будет просто противная. Поэтому будете покупать, правильно выбирайте места, где вы их покупаете, и правильно следите за влажностью, и будет вам счастье. Ну, как следует из названия, формат сигарилы Club, делают их из отходов сигарного производства, и делаются они машинным способом. Ну, крутка очень мягкая. Ну, вообще у всех серий кубинских Club мягкие они. Ну, практически ничем не пахнет. Такой очень далекий запах кожи. Больше, наверное, даже додуманный. Давайте раскурим. Ух ты. Прям сразу сахаром и перцем встретил. Тяга чуть затрудненная в лучших кубинских традициях. Орешек пошел. Интересно, ореховые вкусы. Легкая травянистость. Очень легкая. Когда я травянистости говорю, я не имею в виду, друзья, что-то типа покровника Connecticut или сигар в покровнике Connecticut, который прям трава-трава. Здесь она именно вот после орехов включается. Легкая травушка-муравушка. Да, приятно. Сахара много. Интересно, орех в перец переходит, очень приятный такой переход получается, достаточно плавный и очень явный. Угу, здорово. На переходе там даже такое ощущение, легкое ощущение шоколада есть. Да, орех. Прям ореховый орех. Хорошая, друзья. Очень хорошая сигарилла, у кого и крепость тут такая, какая надо. Однозначно буду еще... Слово какое сложное. Однозначно буду еще покупать. Да, шоколад прям есть. Однозначно буду брать и вам настоятельнейшим образом рекомендую данную сигарилу попробовать. Спасибо вам за внимание. До новых встреч.